Анатолий Сульянов говорит о том, что гонорары братьев Хайбати не соответствуют их уровню. Хочешь, как есть? Давай. Я не понимаю, за что я вам плачу такие гонорары. Сука, когда вы начнете делать вашу работу? Но при этом их платят. Тут есть определенное противоречие. Если ты их платишь, значит, ты сам создаешь этот уровень. Так я мог бы сейчас сказать Анатолию Сульянову. Ну, про Али здесь вообще мы не говорим. Али же, давайте так, он в целом физкультурник скорее, да, чем профессиональный спортсмен. Он вообще много лет и не занимался единоборствами. Что касается персидского дагестанца, я давно уже сказал, что он далеко не топ-боец. Далеко. И когда о нем говорят как о крутом бойце, именно со спортивной точки зрения, но этот разговор, он уже давно неуместен. Здорово подрался с Касымбаем, после этого он только деградирует, он не развивается. Вот. Ну, а сколько денег это стоит? И в социальных сетях, и в других местах. И здесь братья Хайбати неплохо преуспели. Только что видел интервью Камиль Гаджиев. Хочу сказать, Камиль, посмотри. Ты сам хорошо знаешь, что если нам платят, то мы заслуживаем, потому что мы поднимаем рейтинги у всех организаций. Если не забыл и не забудешь, то посмотри у себя в канале Fight Night. Я занимаюсь третье место в Fight Night с чем-то миллион просмотров. Это первое. Второе. Кто нам платит, они сами знают, что мы тоже их поднимаем. Поэтому то, что ты говоришь, я хороший бойц, не хороший бойц, если я не хороший бойц и так далее, то мне не дают это, ну, поединки, да? Так что, я тебе так и скажу, что ты деньги никому не платишь, потому что, ну, не хочешь, жадный человек, ты жадный человек.